Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел и, щелкнув лейкой, адрес взял с собой, а мы опять пошли туда, где выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой. А мы опять пошли туда, где выстрелы, где взрывы мин и бомб зловещий вой. Пошли вперед, чтоб победить, чтоб выстоять, пусть даже самой страшной ценой. Земля стонала вся в крови, в пожарищах, и мы за жизнь вели жестокий бой. И рядом на землю падали товарищи, и каждый был такой же молодой. Я не слыхал, как злая пуля свистнула, как я упал и стал землей седой, как обелиском стал и песней чистою. Ты посмотри, какой я молодой. Я говорю с тобой из 45-го. Взгляни на снимок, я на нем живой. Не допусти же вновь войну проклятую. Пусть будет мирным небо над тобой.